Уверен, вы хорошо понимаете, что консолидация общества – ключевое условие преодоления любых сложностей и трудностей, ключевое условие для дальнейшего развития России. Это заявление Владимир Путин сделал во время традиционного новогоднего приема, на котором присутствовали представители науки, культуры, искусства, спорта, военные, лидеры политических партий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций еще в декабре 2014 года. А вот как консолидация общества происходит благодаря руководству Департамента здравоохранения Владимирской области в 2017 году. Выступить и получить дополнительные инвестиции для строительства завода и социального дома. Спасибо. Вот и все. Глава. И ушел. Все. А что так оказались сидеть-то? Вот что творится. А с кем разговаривать? Да, глава уходит с такого совещания от наболевших вопросов. Что мы делаем-то, а? Нам-то что здесь? Зачем людей тогда собрали сюда? А хамить предпринимателей? Совесть просто поимели бы. Путин к консолидации общества призывает, а здесь, наоборот, к разъединению делает. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемая общественность, давайте выслушаем меня. Как заместитель директора департамента. А потом же сразу давать вам кофе. А вы как голосовали на потом сразу? О здравоохранении Собинского района. А почему вы собрались давать о здравоохранении, а задели предпринимателей и ритуальщиков? Почему это такое опять безобразие начинается? Уважаемые коллеги. Глава, значит, всех обвинил, что вы, значит, какие-то недобросовестные. Собрался и пошел. Это что за безобразие опять устроили? Уважаемые коллеги, надо так же говорить. Для начала здесь проходит выездное заседание коллегии департамента здравоохранения. Мы недавно видели, как оно проходило, как нас не пускали в зал. Заседание коллегии, главы нету. От кого это все прячется? От людей, что ли, или от кого? Уважаемые... Устроили! Показуху публичную! 17 человек, 11 а что слушать? Членов коллегии департамента здравоохранения прибыли сюда для того, чтобы обсудить проблемы здравоохранения Собинского района. Как у нас все хорошо? Ну, знаете, не знаю, я не буду вас перекрикивать, а IQ у меня немножко повыше, чем вас. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, выходите. Недавно не пускали! Поэтому спокойно сидите и слушайте меня! Есть рабочее совещание. Рабочее совещание. Мы обсуждаем проблемы здравоохранения Собинского района. Если у вас эмоциональное возбуждение, то это ваши проблемы. Нет, это не наши проблемы. Это проблема района. Ну а нам с вами остается надеяться лишь на то, что руководство Департамента здравоохранения Владимирской области после своего хамского выступления и после оскорбления жителей города Собинка будет уволено.